Сила и богатство любого народа в единстве и сохранении накопленных знаний и умений. Достичь этого подвластно нашему азербайджанскому народу. С помощью современных технологий, информационного пространства, связанного всемирной сетью, сегодня те, кто первым возьмется за объединение и пропаганду национального наследия, выйдут победителями и властителями мира. Наша группа для начала создает студию интернет-телевидения, главного на сегодня источника аудио и видеоинформации в мире. Целью нашего проекта является создание глобальной структуры, которая станет базой объединения самых дорогих на данный момент информационных ресурсов о государстве Азербайджана и его великом народе, донесшем до наших дней свои знания. Для достижения поставленной цели нашей группе уже предоставлены проверенные на аутентичность знания в разных источниках, эзотерика древних и современные технологии. С помощью интернета мы сможем донести всему человечеству азербайджанскую культуру, величие, знания и объединить под одной идеей всех азербайджанцев во всем мире. Информационными категориями станут история, культура, этнография, наука, музыка, архитектура, география, природа, археология, потерянные знания, литература, кино и многое другое. Все нематериальные ценности Азербайджана будут использованы. Проект нашего интернет-ТВ и постепенная пропаганда во всем мире азербайджанской культуры дадут возможность в дальнейшем присоединить к этой системе другие различные отрасли и сферы нашего общества и создать единый центр информационных ресурсов. Это станет началом в создании крупнейшей системы, способной дать ее управляющему влияние над информационными и энергетическими потоками современного общества во всем мире. Владелец такой информационной системы получит рычаги влияния на многие сферы экономического и социального развития мирового общества. Он получит полную независимость в мире, где делают погоду сетевые и неоорденские структуры. Но главное, система будет нести духовное развитие и защитит в будущем от разрушения азербайджанскую культуру.